Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Джо, и мы будем говорить о хаках про Чип и Дейла. И это уже 23-я часть хаков. Поехали. Так, ну я тут думаю... Так, переделали локации. Посмотрим, как дальше будет. Пока нормально все. О. Я понял. Оп! Ай! Ай! Там что-то есть. Ага, хренушки. А, есть. Посмотрим, что там за первая миссия хоть. Уа, по башке себя огрел. Оп! Я в шоке. Кто делал тут полный, честно, кретин. Почему? Потому что сделали вообще хардкорно. Прям полностью хардкор. Да я еще играю хорошо, и то могу, боюсь, что сдохну. О. Отлично пока. Так, я понял, где я уже. Хорошо, тут электричество не... Уа! Не везде. Я не знаю, но... Для меня... Ой, для меня обзор так. Имею в виду сама игра. Не, сама игра, вот оригинальную, поиграть можно. Мне симпатии на ней больше, чем на второй части, но... Ой-ой-ой, ну что это такое? Да, дорогие друзья, капец. Следующий хак. От Рокета. Ого. Да. А, враги все из последней миссии, считаем. Ай. Ой, все понятно. А это у нас хак Чип и Дейл Ла-Ла с музыкой Черного Плаща. Да. Это миссия... мост называется. А-а-а, звуки полностью. Тут не только музыка. Да. Еще один хак. На Чип и Дейл. Оба! Прикол. А-а-а! Ой, кошак какой-то. Бежим, бежим. А-а-а! Оу. Еще попробуем. Ну, что мне сказать? Ну, сложновато, переделали все, оба. Ну, я лично, для меня сложно. Ну, а здесь играем Жиком, конечно. Ого. Вот это сила. Зиппер. И уже жизнь.
А интересно, а что будет, когда взять там? Кто будет? Оригинально. Такая наполовину пчела, наполовину жив, конечно. Еще один хак от Ломакса. Опа, прикольно. Ну, сложновато, мне кажется. Опа. Опа. Вот вы что представляете, а как дальше? По-любому, а как? Ну, Ломакс, ты дебил. Последний хак от Чипа Дейла. Да. Написано хак. В чем хак? Я ни хрена не понял. Ладно, спасибо за внимание. Ну, это какой-то был, наверное, скучный обзор хаков. Ну, тем не менее, спасибо за внимание. С вами был Джо. Подписывайтесь. Всем пока.